На сцене ДШИ имени Свиридова состоялся большой праздник. Там чествовали лучших спортсменов Губкинского. Награждать людей, добившихся высоких результатов, стало уже доброй традицией. Открыл церемонию глава города Андрей Бандурко. Глядя на вас, я еще раз убеждаюсь, что губкинцы по-настоящему любят спорт. И не только профессиональные спортсмены, но и просто наши горожане, работники трудовых коллективов. Наши спортсмены прославляют Ямал на всю страну. И еще раз повторюсь, не только профессионалы, но и воспитанники наших спортивных школ. Губкинцы активно принимают участие во всех событиях спорта нашего города. Соревнования, сдача нормативов ГТО, спартакиады. Спасибо всем, кто участвует в спорте. В зале собрались ведущие спортсмены и их наставники, руководители учреждений спорта, представители профильного управления, а также руководители организаций и предприятий города. Победители определили в 26 номинациях. Заслуженные награды Андрей Бандурко вручил 180 спортсменам и их наставникам. Среди них победители окружной параспартакиады, пулевой стрельбе и жиме лежа Виктор Бондаренко. Конечно, приятно, очень хорошо внимание оказывают. Я хожу в Арктику, то есть в адаптивную физкультуру. Там занимаюсь. Со следующей недели начну ходить в бассейн. С тренером начнем плавать. Как отметил в недавнем ежегодном докладе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, еще вчера было сложно представить, что наш северный регион станет одним из самых спортивных в стране. Количество постоянно занимающихся спортом северян растет все последние 5 лет.